19. Это дешевле. Да. Это дешевле, чем там. Я его за 15 тысяч даже преподавал. И мне мои администраторы говорят, ну куда ты так цену демпингуешь, не опускает, давай оставим хотя бы 18-19 примерно. Я говорю, нет, народ хочет знать, народу это надо, давай, зачем мы это будем держать, пусть лучше больше придут людей и узнают. И поэтому я цену... Вот тут ты написал, что за два дня это будет стоить 9500. Фломастер у нас хорошо сегодня пишет. То есть это уже со скидкой 50% от основного, ну как если бы он нормально бы стоил, да? Ну как вы думаете, это вообще дорого или дешево? Дорого, да? А третий день стоит VIP день. Вообще мне кто как говорит, это будет дорого, это дешево. Смотри, конечно, все. Ты вообще 2 недели. С чем сравнивать? А по количеству часов то же самое получается. Я проводил двухдневный тренинг, он у меня 20 часов занял. Два дня 20 часов. Вот смотри, VIP день стоит 4 тысячи отдельно, если оплачивать. Но если оплачивать в комплекте как бы 3 дня, то это будет дешевле